Всем привет! В воздухе уже вовсю пахнет весной и сочной зеленью, а я с очередным беззубиком. Большинству нравятся драконы на кружках спокойных оттенков, нежно-розовый, ментоловый, признаюсь, я тоже в этом большинстве. Тем ярче и необычнее, когда заказывают дракона на яркой красной или желтой кружке. Данный беззубик улетел очень далеко, в город Морресвиль, Северная Каролина. Заказчица пожелала дополнить дракона персонализацией, и на хвосте у него появились инициалы. Если хотите подчеркнуть индивидуальность своего подарка, имейте в виду, что есть такая опция. Нравится мое творчество? Заходи на мой канал Telegram. Больше информации и вдохновения. Пока-пока!